Финансовая система GL складывается из двух частей – тринар и бинар. О, финансовая система GL! Наслышан. Работает стабильно. Надо бы узнать подробности. Конечно. Мы как раз рассказываем об этом. Каждый вошедший в нашу дружную команду начинает с приобретения бизнес-места в тринаре стоимостью от $10. Вход, как видите, доступный. Каждая бизнес-модель площадка Тринара имеет два уровня. Первый уровень состоит из трех мест, что означает, что вам нужно пригласить в команду всего трех партнеров. Второй уровень – 9 мест. Его заполняют ваши приглашенные. И это становится, в свою очередь, началом их ячеек. Минутку. Значит, если я или кто-либо из моих партнеров не сумеет найти новых членов команды, то плакали мои хоть и совсем небольшие денежки? Нет, это не так. Системой управляет специальная программа. Она не терпит пустоты. Ваш первый уровень может заполнить человек, который вас пригласил. Второй можете заполнять вы и люди с первого уровня. Причем зарабатывают все, и в накладе никто не остается, потому что заполнение тринара выгодно всем. Каждое заполненное бизнес-место первого уровня приносит вам 10% дохода, со второго 90%. Итого суммарный доход тринарной модели 840%, то есть при первоначальном взносе $10, в итоге вы получаете $75.60, с учетом 10% отчисления на развитие компании. Всего бизнес-модель тринар имеет 7 площадок. И как только вы закрываете первую, программа автоматически переводит вас на следующую площадку. Это называется апгрейдом, то есть переходом на более высокий уровень дохода. Причем, заметьте, деньги из семейного бюджета брать уже не придется. Стоимость второй, $25, будет просто удержана из дохода первой площадки. С этим все понятно. А могу я войти в команду, допустим, с $250, то есть начать сразу с пятой ступени? Начать не с пятой, не даже со второй площадки не получится, но имеется отличная возможность приобрести места сразу в нескольких площадках или хоть на всех и зарабатывать везде. Очень многие наши партнеры, те, которые хотят более быстрого старта, поступают именно так. Вот, например. При заходе сразу на три площадки $99 и их закрытии вы будете иметь суммарный доход $748.44 или с учетом реинвеста $649.44. Видите, каким большим будет ваш суммарный доход по завершении первого круга при закрытии нескольких площадок одновременно? Именно поэтому выгодно сразу заходить на несколько площадок. Этим самым вы в разы увеличиваете свой доход. А что такое реинвест? Это приобретение той же самой площадки, что дает вам возможность снова и снова получать с нее доход. Ведь ваши личные партнеры при закрытии своих площадок переходят в нее за вами. Причем количество таких закрытий не ограничено. Хорошо. Цифры приятные. А как осуществляется вывод денег? Ведь греет только то, что лежит в кармане. Деньги на ваш счет поступают моментально за каждого партнера, в ту же секунду, как только заполняется очередное место в любой площадке тринара. И вывести вы можете их моментально на ваш электронный кошелек. С тринарами все ясно, но вы говорили о двух составляющих системы GL. Именно. При активации трех обучающих модулей тринара вы получаете право работы в бинаре, во втором и наиболее высокодоходном маркетинге. В бинаре вы можете приобрести 3 или 7 мест, или же при заполнении имеющихся у вас трех площадок в тринаре 12 мест. Система автоматически приобретет для вас только 3 места в бинаре. Зачем мне покупать самостоятельно места в бинаре, если система прокупит их на автомате? Это позволит активировать места раньше ваших партнеров и получать доход со всей вашей структуры. Ведь если приглашенный вами партнер зайдет в бинар раньше вас, то он будет стоять выше вас, и вы навсегда потеряете доход с него и всей его партнерской сети. Чем же отличается бинар от тринара?
Хороший вопрос. Смотрите. Тринар имеет два уровня начисления, после закрытия которых открывается новая площадка, и вы зарабатываете снова и снова при заполнении пустых мест. Бинар же имеет древовидную структуру, которая развивается под вами вглубь без ограничений. Вы получаете вознаграждение за каждый цикл, бинарную пару со всех, кто находится ниже ваших позиций. Это ваши партнеры, партнеры ваших партнеров, могут быть люди спонсора и люди его людей. Доход в бинаре начисляется с любой валютной пары. Например, слева у вас командный оборот $500, а справа 300. То с левой стороны у вас $200 остается в ожидании следующей бинарной пары, а справа счетчик обнуляется. В этом случае бинарная пара составила $300 на $300. Из 300 начисления поступают вам на счет согласно процентам начисления по маркетингу, рассчитанного более чем на 8 миллиардов людей. Плюс в том, что бинарная пара не фиксированная, это означает, что доход поступает с любой суммы бинарной пары, и не нужно ждать, когда у вас наберется определенное количество долларов с каждой стороны. Апгрейд и реинвест в бинаре тоже есть? В отличие от тринара, в бинаре есть только апгрейд. Он автоматически повышает ваш доход. Во время апгрейда с вас будут удерживать не полную сумму стоимости следующего пакета, а лишь ее разницу с предыдущим. В бинаре с каждой ячейки на развитие компании идет 10% на подарки и поощрения партнеров. А почему речь идет о приобретении 3 или 7 мест? Каждое место в бинаре – это ваш дополнительный кошелек. Вы получаете доход с каждой валютной пары, даже с личных мест. Вот посмотрите, как это будет происходить. При активации 3 мест у вас срабатывает 1 валютная пара. С 7 бизнес-мест таких валютных пар у вас будет 5, то есть доход будет уже с ваших же мест, и на каждом кошельке будут аккумулироваться средства на любую глубину структуры. Работу делаете 1 раз, а начисления идут на 3 или на 7 кошельков. Согласитесь, это здорово, получать за 7-рых. Пожалуй, соглашусь. Сколько же здесь можно заработать? Чтобы оценить это, давайте рассмотрим пример. Допустим, у вас в бинаре 7 мест на максимальных пакетах. Вы сделали 8 рекомендаций, и у вас появилось 8 партнеров. Они продублировали ваши действия. В этом случае ваш доход с 7 кошельков составит $158 354, а с 3 кошельков составил бы лишь $92 543. А насколько долговечен ваш проект? Если мы будем регистрировать 1 миллион партнеров в год, то нам понадобится 1000 лет, чтобы завести 1 миллиард людей. А маркетинг рассчитан на 8 миллиардов людей. Значит, до насыщения системы нам нужно 8000 лет. Вы шутите? Это не шутки, а точный математический расчет. Он приведен в личных кабинетах наших партнеров. А если я не умею рекомендовать и приглашать партнеров, я смогу этому научиться у вас? Я еще не успел рассказать вам об этом. Для наших партнеров, активировавших 3 площадки в Тринаре, в личном кабинете открывается обучение по системе Tor System – территория осознанного развития. В этой системе партнерам доступны закрытые обучающие вебинары, тренинги, лидерские школы, мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров, успешных предпринимателей и незабываемые путешествия, встречи. А чем GL-система отличается от других сетевых или партнерских компаний? Отличия, причем в лучшую сторону, есть. И их немало. Вот только некоторые из них. В Тринаре начисления за каждого партнера моментально поступают на ваш личный кошелек. Свое вознаграждение по партнерской программе вы можете выводить уже в первый же день. Система реинвестов позволяет создавать новый товарооборот и получать доход снова как за новых партнеров, без постоянных приглашений. В бинаре доход идет со всей глубины структуры, без каких-либо ограничений. В наш бизнес вы инвестируете только 1 раз в жизни. Далее, с помощью реинвестов и апгрейдов, система сама продвигает вас к получению все большего дохода. Нет фиксированной валютной пары. Это означает, что начисления происходят при каждом закрытии любой валютной пары в структуре под вами. Вашими партнерами могут быть люди, проживающие в любой точке мира, где есть интернет. Ну что же, все довольно убедительно и действительно подтверждает отзывы моих сокурсников.
Пожалуй, я активирую сразу 3 обучающих модуля в Тринаре и 7 мест в Бинаре. А как, кстати, у вас зарегистрироваться? Обратитесь к тому, кто показал вам этот видеоролик или рассказал о JL. Этот человек ответит на любые ваши вопросы, если они еще остались, поможет пройти регистрацию и активировать любое количество обучающих модулей. Добро пожаловать в JL!